Книга «Открытым оком», седьмой том. Тема «Природа». Вопрос 1880. Бог на море всегда ли спасает верующих в Него, как в житии Николы Угодника? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Псалом 106, 23 по 31 стихи. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истоевает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает, но воззвали к Господу скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани, да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Афанасий, 12 апреля, день памяти. Священник Матфей. Но этот, как видимо из сейчас рассказанного, великий угодник Божий, получивший от Господа дар исцеления, по неисповедимым судьбам Божиим, скончался в воде насильственной смертью. Корабль, на котором ехал преподобный, направляясь в Царьград, утонул со всеми бывшими на нем людьми.